Мы с Михаилом Владимировичем поговорили, приняли решение с ФЦП, значит, программы Севастополя выделить деньги на проектно-сметную документацию на все аварийные школы и постараться эту работу сделать за 3 года. Это большая, серьезная работа. Я думаю, что жители города, у многих дети ходят в школу, почувствуют эту работу. У нас делаются ежегодно ремонты школ, они делаются локально, какие-то объекты, значит, частично мы там, понятно, восстанавливали антитеррористическую защищенность, сделали отдельные корпуса, отдельные элементы. Сейчас по поручению президента, вот сегодня Марат Шакирзянович поддержал предложение, чтобы в рамках ВЦП комплексно выделить деньги на проектно-сметную документацию. Собственных доходов бюджета у нас никогда не хватало, чтобы так комплексно подойти. И потом, соответственно, выделить соответствующее финансирование на школы. К строительству новых школ, которые уже ведется по ФЦП, деньги на капитальный ремонт там, на 3-летку, чтобы привести все наши школы в порядок. Аварийных у нас, к счастью, немного.